Всем привет, вы на канале Кайби, и с вами Екатерина. Смотря на что вы пишете в комментариях, да, я читаю комментарии, практически какие-то я там помечаю, что я прям прочитала, даже комментирую, да, я иногда люблю отвечать, да, и приходится некоторых банить даже, вот. А я наткнулась на комментарий послушать у Евгения Егорова песню из мультика «Муан», «Что меня ждет». Ну, так и называется. «Муана Хо Фа Иль Гол». Блин, я так прочитала, потому что я же сейчас французский изучаю, поэтому моментами я могу где-то как бы Эл говорит как «ле» или же «картавить». Бывает такое, так что извините. Вот. Ну ладно, на самом деле я мультик смотрела сам мультик смотрела. Вот, мне понравилось. Вот. Я только не знаю, по нему фильм же сделали, да? А то я что-то не помню. Вроде бы сделали по нему фильм еще, но фильм сам я не смотрела. Напишите в комментариях, путаюсь ли я в показаниях по поводу того, что есть ли фильм. Ну ладно. А так, давайте-ка послушаем. Готовьте чаечки, печенюшки, хорошее настроение, релакс. Take it. Ладно, все. Я вот тут просто еще и микотерапия еще недавно была, да. Ладно. А перед тем, как начать слушать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце? Знает лишь одна вода. Сто раз обещал им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Это так повествовательно слышится. Каждый мне нравится. Новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет в мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть. А в глазах каждый день океан без края. Блин, мне так нравится припев. Именно по нотам. Знаете, у меня сразу почему-то ассоциация не с Муаной эта песня сейчас слышится, а ассоциация с One Piece, если кто смотрел экранизацию от Netflix One Piece. Почему-то хочется туда приронять эту песню, я не знаю почему, может, тоже тематика моря и так далее, но, конечно, отличие в том, что у Муаны там... там своя ситуация, вот, а в One Piece там больше про пиратство и так далее, но все равно связано с морем, не знаю, как-то очень даже тепло на душе становится. Людям доставляя радости день ото дня, знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и значит не пойдет моя, стану я. Хорошая нота. Вижу солнечный путь на волнах хрустальных. Он за собой меня ведет. Знаете, я хочу сказать то, что вот когда слушаю Егорова, ощущается, что у него чистый голос, и песня как бы слышится так чисто. Вот. Бывает, что даже у каких-то исполнительница, ну, если мне кто понравится, то в основном мне нравится не то, потому что там какие-то есть заскоки, такие резкие, такие ноты, которые мне могут не понравиться, а именно моменты, когда чисто это исполнение идет, это как, например, «Город 312», кто поет там, вот, я просто начала слушать песню «Останусь», так там голос настолько чистый, что очень приятный и даже повествовательный, вот здесь тоже так повествовательно так слышится, и просто это так... Как я уже говорила, тепло на душе встает. Блин, мне так нравится. Блин, я не могу. Надо, кстати, обязательно добавить музыку в плейлист. И да, я еще лайкну. Вот, не забыть.
Хорошая концовка, мне понравилась по нотам. Так, тут, конечно, дальше идут титры. Песня хорошая, мне прям понравилось вот такое исполнение. Блин, только надо вспомнить, как звучит оригинальная версия, там же, получается, девчонка же исполняет. Вот. Ну, мне нравится мужская версия в любом случае. Вот. Но почему-то мне еще сразу ассоциация с с алыми парусами, не знаю почему. Я, кстати, ходила на алые паруса. Я не помню, в каком году, но это было, если не спутать, либо 20-й год, либо 21-й, может быть, еще чуть-чуть пораньше год. Мне так понравилось, серьезно. Хоть это было шоу, но в то же время мне очень понравилось. Вот, и как песни исполнять и так далее. Вот. Если ставить песню про алые паруса, то на второе место вот эта песня как раз-таки пойдет. Вот. Вот. А так понравилось, очень даже понравилось. Напишите в комментариях, понравилось ли вам тоже кавер на данную песню. Вот. Обязательно ставьте лайки, особенно этому видео, если кто не видел это видео. Вот. Обязательно ставьте лайки. Вот. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотры, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Севи Дискорд, то пожалуйста, на YouTube-канале можете ссылки на группу ВК или на Севи Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока!